исчезающую породу. Древняя собак, исчезающая порода. Они как называется? Шолис Квинтли. Ух ты. Шолис Квинтли на языке науатли. А россияне мне говорили, что в России их называют ацтекская императорская собачка. Ух ты. Они, их осталось очень мало в природе. Это вырастается. 4 штуки раса. Я вижу тут. Или там дальше еще есть? Скрещивание между близкими родственниками, поскольку очень мало сохранилось уже этих собак. А это уже вырождение расы. Они абсолютно лысые, с редким пушком на голове. У них повышенная температура тела, в отличие от других животных. Они горяченькие, эти собачки. Вот у нас из китайских окладов тоже. Вот они маленькие. Эти Шолис Квинтли, правильно называйте эту расу, Шолис Квинтли. Шолис Квинтли. Эти собачки, они были священны у индейцев. Считалось, что если индеец умирает, то душу умершего индейца только Шолис Квинтли может сопроводить в мир инфрамунда, потусторонний мир. Поэтому, когда умирал хозяин, его Шолис Квинтли пронзали стрелой в шею и хоронили вместе с хозяином, чтобы душа его не заблудилась, и его Шолис Квинтли пронзали в мир инфрамунда. Они очень добрые, ласковые собачки. Пойдемте, сейчас у нас будет... Где вот эти бультерьеры?